Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Леша Играет и смотрите продолжение партии Замали в Sid Meier's Civilization 6, сетевая на восьмерых, на карте Расщепленный Фрактал. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое им спасибо за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Еще сюда типа можно, но тут даже акведук не построить будет потом. Забыл убрать ступу. Кто-то ты меня забрал. Интересно, кто же? Ты же первый выбирал. Ой, первый. Нифига себе, я бил Лавенту, а ее галера до сих пор жива. Так, будем... Блин, я бомбар тут тоже купил. Строить. Так, и священочка. Ну, вообще есть на плюс один сюда. Тогда, видимо, сугубу сюда. Кстати, надо будет апельсинки обработать. Кстати, Махавихару построить бы где-нибудь. По заряд. Давай сначала селитру, потом янтарь. Давайте вот здесь Махавихару. Я сейчас вырублю болото. Где мне еще вообще? Столько веры кореец потратил, чтобы переобратить город. А толку-то я все равно без крестового похода бью. Я решил перепиздеть. Да, напомню, кстати, что кореец ты с ним сам помирялся, это дал ему испанца. Дайте мокшу вуалату. Хотя на что-то рассчитывал в такой ситуации. И... Магнуса в Тадмекку. Так, а чё я не иду в теократию, интересно? Что-то мы взяли тут все три религии первым. Друг другу мешаем. Так, там мне будут клетки в другом месте выкупать надо. Ты свои города маете, что ли, миссионерам переобращаешь? Я пока ничего не делаю. О, слушайте, а у меня тут минус лояльности идет почему-то. Да нет, 0,3 вроде норм. Так, сначала апельсинки. Всем. Теперь вот это производство. Теперь... Вот тут уже не хватает, видите, тогда стоим просто. А дашь 30. Счетные банки, да, поставлю. О, кстати, а вот давайте мы вместо караванов что-нибудь другое. Хотя 16. Может, новые действия строителям? Энгар, зачем у тебя право прохода? Разведчиком хочу туда. Живет, с одним хп она живет. Это звук. Надо ему нашу территорию полить. Так, теперь надо копить деньги на апгрейд каравел. Египет, союз будешь? Давайте он здесь. Китай. Китай. Можно, конечно. Покупаем строителя. Я научный. Кстати, кампус сюда. Так. Я могу сугубу сюда вот поставить.
тогда и будет вот такой небольшой треугольничек. А промышленный тогда вот сюда. А зачем тебе научный союз? Да, в Кирине, кстати, неплохо районы, как ни странно, становятся. Мне вроде казалось, что я дебильно ставлю город, а в итоге оказывается, что и неплохо. Только надо эту клетку выкупить следующим ходом обязательно. Блин, вот эти две надо, потому что Хатуса может и эту клетку выкупить. А давай военный. О, давай. Военный, мне кажется, намного лучше. Да это что, гонишь, что ли? Средневековье подзаканчивается. Значит, вот тут а там нас... нельзя? Обе клетки, слава богу, денег на это есть, все выкупаем. Что нельзя? Не знаю, ты постоянно говоришь и пропадаешь. Можно юнитам давать указания на ход, типа, дальше, типа, атакуя вот эти юниты. Ну, шифтить нельзя. Тогда я не знаю, как испанец мне просто... Может, испанец шифтит? Испанец, зачем ты это делаешь? В смысле, где я шифтил? Значит, он загружается раньше тебя, можно попросить на счет играть. А, сори, если что, я ничего не шифтил, я просто кликал. Можем на счет, ты попросил, да. Да, давай. Ну сейчас, как бы, окей. Просто ты когда загружаешься, ты говоришь, я загрузился, и тогда кто-то вам считает и бьетесь. Так что насчет военного союза? Венгард. Не, ну давай да, экономический. Экономический, зачем ну окей. Зачем ты присоюзил? Я тут чудеса строил, ты взял присоюзил. Ну и сейчас сугубо. Мавзолей. Ты пытаешься виноваться. Блин, ну вот здесь я все-таки, наверное, гавань построить надо. Корейс, а ты намерен отвоевывать, да? Я тут даже не вижу, где священку. Вот это, наверное, все-таки город с гаванью будет. Ну... Ой, блин, а у нас кампус вот еще тут ставится. Мед на благовоние. На плюс 4. Ну, типа, не то чтобы мне хотелось очень упариваться, я бы, если бы такая фигня, я бы смирился. Как бы один город нормально, хватит мне. Вот это мои с тобой оливки смеются. Нет. Вот и произошло извержение, которого я боялся всю игру. Я жду, пока ты загрузишься. Я тут чисто священку отремонтирую, чтобы производство было. Дальше в это. Я загру... Будем универ делать. Как здесь? А на что тут стою двумя этими? Раз, два, три. А, давай, Леша, прям сбивай людей со счета. Не, монархию я не хочу, я в теократию иду. Тут пока ничего другого не ставим. Дима, чекай, какая встала штучка. Какая? Где дамба стоит? На 6? Это еще без акведука. А сколько там, на 8 будет? Да. Ну ты можешь еще правее поставить. ППшку? ППшку? ППшку. Ну какую ППшку? ЦКшку? Чем ЦКшка, она мало будет давать. А зачем тебе в ногой ППшка? Зачем она мне где-то в другом месте? Я не знаю, тебе что, никуда ППшку засунуть? У меня очень быстро города растут, мне это вообще не принципиально. Я знаю, куда ППшку засунуть. Просите меня. Да, 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 давай, скажи. Очень интересно послушать. Куда же? Ладно, не скажу. Очко. Египет, зачем тебе военный лагерь? На озере Мерве. Для защиты? Да, да. Uh-huh. Это как крестовый, да? Чтоб никто другой не взял. Я защищаю крестовый. Мне кажется, Кабул нападет на меня скоро. Но он же по своей воле не нападает. Кажется, креститься надо. Я такое слышал. Египет, давай без этой фигни. Типа я не замечу и ресурс поменяю. Кстати, я думаю, может мне сюда еще привезти посела. Посчитайте.
А вы оба загрузились? Да, да. Раз, два, три. Блин. Что? Это я. Не, слушайте, мне надо деньги на апгрейд каравелл. Блин, конечно, геликарнас бы еще, но вот мне геликарнас реально просто негде ставить. Пошли селитру тоже обработаем тут. Покупаю постоянно в Тимбукту, потому что здесь лян еще плюс дает, видите, 6. Приказов, пока тут стоят рабочие. Блин, Махавихару будет где-то поставить этот. Мне надо на этом, тут у меня будет промышленная площадь, правильно? Ренкар, ты не боишься? А? Так у нас же горы. Ты можешь летать, боялся. Да, ну надо кампус тут ставить. Ты видел наш проход? Так, вот тут я куплю рабочего, потому что надо, как Петру построил, вот эти холмы надо обработать, несомненно. Нет, китайцы, конечно, может переплыть. Слушайте, давайте куплю поселан. Я согласен. В Ньяне. Я же могу отправить. Пока я опну в каравеллы, как раз поплыву. Тут я не хочу в тундре ставить, а вот тут... Это запрещено или можно? Нет, это не запрещено, но я... А, ну тогда все. Посольство не надо. Лучника надо. Зачем мне плюс 3 в сторону тебя? Мне закинул, я такой подумал, а что мне покидать? Так, я точно сваливаюсь в темный век. Ну так ты деньги портишь. Мокша в Уалате, можно расти. Деньги это хорошо, но зачем мне такое счастье? Ну, Петра, конечно, могла бы идти получше где-нибудь, но у меня реально маловато, прямо скажем, клеток. Польства не хватает. Ремонтируем все тут. Блин, Джош, ну там тихо тут, тебя там постоянно грабят. Ну, пускай грабит. Не я ж ее союзник, ты. Ты ее сюзерен. Помоги Хатусь, а сам сюзерен ее. Ну, это случайно вышло. Там нужно было две галеры построить и все. У меня нет выхода к этому морю. Так, вот тут нам нужен это, рабочий. Конечно, а, хотя я сюда давайте из Тимбукту отправлю. Я не высаживался еще там. Кореец, а зачем ты ставил рядом с горой кампус, интересно? Ну, мне было пофиг на бонус, а там, расположение районов предполагаемого в будущем, так говорил. Так, короче, непонятно. О, Египет. Спустя столько лет. Нифига себе, Мали. Ты только троих знаешь. Ну. Не, ну я вижу, что тут границы Венгрии. Я как раз Венгры сейчас еще следующим ходом увижу. Сидишь на изоляции какой-то. На самоизоляции. Предложение Египет. Альбертыч, примешь посольство? Нет. Тогда даже не буду пытаться. Но я тебе кинул предложение торговли. Я согласен. В Венгрии ничего нету. Ладно, давайте тут строители пока делать, хотя что-то долго. А как я таким образом получаю у тебя японец 4 науки? С тобой культурный союз. Не научно. Нет, у нас с тобой на 80. Итак, 180. Да? Я отправил с тебя караван, я получил 4 науки. 2 это понятно, а за что еще 1?
Там, по идее, если ты наведешь на корабль, должно быть написано, нет? Там не написано. Прям это что, против? Нет, единица за кампус, единица, и две за совет. Это что еще? Я просто хотел бы узнать. А, за здание, скорее всего, в этом пункте прихода, конечно. Декалу, наверное, не буду строить. Что, фигня тут? Собор Василия Бумбисале. Все по науке просядут сразу. А что темный верх отбирает? Очки науки? Нет, просто все взяли вольнодумство. А-а-а. Ну не знаю, я не думаю, что я так сильно просяду. Я все-таки не моли. Ну, у меня по факту один кампус, поэтому... Ой, не кампус, а это одна гавань. Тоже сильно не боюсь. Я им не буду говорить, что я не брал вообще-то на науку. У меня вообще монументально. А ты кто? Венгер. Венгер? А зачем тебе монументальность? Ты покупаешь рабочих? Я просто богиня земли. А, у тебя богиня земли? А что, прям совсем понтонную разобрали? Ну, лучше было бы, конечно, на стратресы брать, но... Что-то я забылся, что еще железо не открыл. Да ладно, пофиг. Окон приятные бегают караванчики. Ну вот что тут строить? Нету. Ладно, давайте торговцы. Скорее всего, выхожу в следующую моментальность. Точнее, следующую золотой. Рама Хавихару построить. И ускорили банковское дело. Блин, я бы его и так ускорил. А, подождите. Я его просто открыл. Так, слушайте, я могу теперь за веру все эти банки купить? Или мне пока у нас идет золотой век? А пока идет золотой век, лучше строителей покупать. Тимбукту, я имею в виду. Гиппет, а ты сильно просядешь, интересно? Нет, у меня была монументальность. А кто... Это вас слушает, такое ощущение, как будто все... Никто не брал не монументальность. Японец... Скот венгристов взяли, небось. Так а нафиг она нужна? Не монументальность. Ну, науку дает. Как ее... Как там эта фигня называется, вторая? Наука от коммерческих центров и гаваней. За такой Пусана плюс 4-5 стоит. Не, ну Корее, наверное, не нужно, не знаю. Так, ну вы, понимаю, деньги с меня хорошие зарабатывать, но... Акад. Фиг знает где. Не хочу, чтобы ты с ней где-нибудь зарабатывал. У меня не один город. О, вон еще какие-то еще места. Так. Ну, я думаю, что... Может быть, упал. Я успею купить У меня сейчас, походу, город Калар Равелла сломает. Это рофл. Так, где я тут хочу кампус ставить, вопрос? Это какой? С какой стороны? Зока. Здесь или здесь?
Священные места. Так, так, так. Наверное, надо здесь ставить, тогда тут священное место, а тут сугубу. Дима. Да? Давай решим, пока тут вот так сделать. Сделаем. Что такое? Ты хочешь мне взять дань? Это помощь. Верну 350. Ну, эти банки за это покупаются, поэтому я не думаю, что у меня есть смысл. Ох, так хорошо, что рядом банки, с которым можно деньги тоже хорошие взять. Просто строим разведчик, потому что у нас сейчас... А может, исследовательские гранты просто почитать, кстати? Лучше без экономического смысла. Просто почитать исследовательские гранты. Ну нет, мы не можем культурно, иначе он там развалится. Рейну... в Сегу, потому что это единственный город, где у меня вообще будет гавань. Так, средневековые ярмарки. А, теократию я хотел. Черт. Вассалы давайте. И содержание юнитов. Оборонительных, я думаю, мне не надо. Да, наверное, давайте содержим. А, соседство промышленной зоны. Но я пока ни одну не построил, так что нафиг. И в просвещение пока. А, не успел. Рабочего. Просто каждый ход надо рабочего покупать, пока есть возможность. Интересно, где-то это чудо нашел. Ты. С какой целью интересуешься? Знаем, где находится чудо. Что я нашел чудо. Мне сказали, что нашел голову. Убирай, потому что тут кампус надо будет ставить. Обманули. Так, три посла. Ну, я бы в хатусу отправил, потому что у меня универы есть. 302 пока и все. Ну, вот прямо сейчас обманываешь. 108 науки, нормально. Так, а там я хотел... Ладно, я там уже не буду обрабатывать пока. О, а вот Килву... Килву, давайте сюда поставим. Все-таки пойдемте тут вырубим. Я же надеюсь, что эти джунгли с бананами там и останутся, Феня. Да, да, да. Они же мне производят еще и одну культуру. Ну, да. Да и к тому же бананы полезны для здоровья. Неужто я успел походить всеми? Так. Да блин, нафига мне тут стоит? А-а-а! Трех послов в выбранном городе-государстве. Ну что, Хатусу тогда закупим? Или Окленд? Вот в чем вопрос. Блин, мне так кажется, что пока мне никто войну не объявит, никто Окленд в принципе не может найти себя, такое ощущение. Шести десятых веры не хватило, чтобы еще одного рабочего купить. Так, ну ладно, наверное, просто тогда в других городах строителей купить.
У меня последний ход. Да. Блин, надо было менять местами только закашку и промку. Давайте вот здесь. Ирине. Ну, так бы хотя бы еще плюс 2 был бы, а так всего плюс 5. Ну, я про свою. О, тут кампус плюс 2 есть. Ну, тогда тут еще строителя покупаем, но строим... Получается, никаких сражений нету. Блин, ну ладно, еще строителя я построю. К сожалению. Я с этим не сучу. А что, такой конфликт? Ну... Нет, я тут не хочу город ставить. Ну, сейчас скоро выйдет этот испанец в ружье. А... И здесь не хочу ставить. 81-й ход. Да нет, я уже опаздываю, я не буду никуда соваться. Смысл? Мне надо как-то пытаться догонять. Ну, тогда только остался выбор на Польшу с ее гусарами. Так, да и... А при чем тут Польша? Так, крылатые гусары. А, ты проверил? Будь здорова. О, опять проверили. Давайте не будем меня уже осуждать. Ну, я не осуждаю. А, подожди, а какая тебе разница, если ты ее не собираешься распространять? Просто неприятно. Вообще никакой разницы, давайте, как хотите. Чё, в какие города? Я в научный беру. Научные хорошо, конечно. Он, я правда, побольше. Один... Я бы забанил его. Торговых побольше, вроде бы. Нет, больше надо забанить. Там аншан есть, это нехорошо. Не, я бы, наверное, тоже в торговые. Ну, я как моли, мне торговые. Я за 100% к торговым. Я просто не хочу, чтобы меня банили... Не... А, подожди, у меня Шокланд. Так а религия-то какая, чего? А я? Я лично не, ладно, или давайте, ладно, да, может забанить научные, действительно. Я уже в торговые закинул. Блин. У меня просто нету как бы торговых, ой, то есть научных, я поэтому как-то... Я даю 10 боевой мощи к католицизму. О, спасибо. Нет, я баню иудаизм. Я тоже иудеев баню. Да ну вас. Злые вы. Нефиг крестовый любит. Поход брать. Взял бы защитника, никаких вопросов. Не взял бы. Нет, он же когда выбирал, он мог... Когда? Первым, что ты выбирал защитника. Торговые выбрал. Забанили иудаизм. Мне так, теперь. Ой, ссаная королева. Сначала я куплю везде за веру банки. А ты, кстати, ГГшку там вот каменное лицо вырастешь? Я уже сломал. Что? Блин. Нет, вон, возле Осаки. Она не вырастет там. А, это каждый вырастет. Район. Так, ну тут тогда надо вырастет. Денежного обращения брать. Или, блин, или здесь живут драконы, там я же другие континенты сейчас открываю, черт. Мали, у тебя отваливаются города даже с нашим культурным союзом? Ну, это, наверное, это наверное от Японии. Ну, это из-за века. Да, ну я посажу-то этого губера. Вообще не страшно. Ну и, во-первых, не города, а город. Один. Ну, ошибся. Спасибо тебе, японец, за ваты. Пожалуйста. Он тебе вату продает? Да, он распространил на меня религию, я могу ват построить. Копится еще. 47 ход. Я тоже не против разносить религию. У меня даже есть одно священное место. Тебе мало?
Так, ну что, в Хатусу, я думаю. Пока я не буду принимать союзы, мне я пока не верю в это. Хотя, стойте. Тогда на следующий ход примем еще раз, хорошо, Венгер? Хорошо. Ну, не должен, он мне вроде скаута убить. Слишком много всего надо было сделать на этот ход просто. Так, а что это у нас тут изверглось? Да, где? Ну, конечно, это корабль, мне просто подосрала город, это жесть. Слабая, ну тут только Гурдвару сломали, ладно. Поздравляем или тебя с учетом? Прекрасно. Варварская? Просто сломал мне город. А у нас научный лидер Египет, да? Да. Не стыдно Египту? Ну я не виноват, что у меня прям... Ты что, самый умный, что ли? Понял. У меня тут просто Нил большой, очень большой. Я поставил супер зиккурат, и я его не помню. Очень большой. Там буквально 6 клеток, даже не 6, а 8 клеток, и каждая по колбочке так, дает. Слушайте, давайте, плюс, наверное, еще 3 болота, так что... Мокшу в Йенне. Пока он едет, надо обратить город в нашу религию. Ну, чтобы Мокша нашу религию давил. Нашей религии давил. Миссионер. Так, а почему я гуру могу нанимать? Кто-нибудь в курсе? А? Ну, если храм построил, то можешь нанимать. А, да? Ну, храм построил, и апостол, и гуру. А, точно, это ж... Блин, я с монахами перепутал этими. Мне вот всегда было интересно, как затапливают клетки во внутренних морях. Какой механизм? Много дождей идет. Наска. Ну, мне уже Наска не нужна, я тут в пустыне нигде не буду рисовать я ничего. Я вот не знаю, где эти реликвии достать, кроме тебя, Монсу и Мишель. Ведь никто не будет со мной в теологической батарее сражаться. Да, это так. О, я тут забыл про галеру. Пойду попробую этого рабочего забрать. Ну и что, открывать здесь? У меня вообще производственных площадей нету вообще-то. А будут? Ну вот есть плюс 3. Так, а давайте я вот здесь поставлю, наверное. Касса. Блин, вообще нечего делать что-то. Ладно, давайте еще один следовательский грант. Из
Понятно, я тебя... Слушайте, а давайте здесь эту... Собор Василия Блаженного попробуем организовать. Так, Венгер, я тут поконтролирую Брюссель. Хотя бы пару ходов. Неплохо так, неплохо так Мали сразу вылетела. Было там на пятом, а стало тебе на втором. Неплохо. Там хороший ученый. А речь о чем? Ну, вы вылетели. Были на пятом месте. Вылетел в чем? В чем вылетел? Вылетел, ну, по рейтингу. По какому рейтингу? По счету, по науке, по культуре. По науке, естественно. Естественно. Ну, естественно. Ну, у меня ученые дали на плюс 4 к универам, да? Плюс 2. На плюс 2. Ну, у меня, правда, только 2 универа. Не знаю, что он там. Исаак Ньютон, неплохо. Знаете, Виктора Вуалату. Блин, я тут хотел кампус, а тут сугубу ёлки. Всё-таки запорол я этот город. Ну вот, защищать теперь хатус. Плюс 5 кампус. Вау. Я тебе куплю здесь торговца. А что, Магадиша я первым встретил? Нет. Доплыл наконец. Посел сюда. Ну тут хотя бы мед есть еще. Не, поставлю тут город, поставлю. Магадиша надо отправлять караван. Блин, надо было туда этого торговца, конечно, не в Хатусу. Нифига себе, вот это влияние на твои города. При чем? Ты, у нас сейчас союз с Мали упал, у него город через 5 ходов отвалится. Ну. Неприятненько. Не, ну смотри, распространил веру уже поприятней. Кинул дружбу. Деньги вернулись. Приятно. Так, и здесь я, значит, производственную хотел. Мне надо больше промышленной, я что-то как-то совсем забил на это дело. Вот здесь, где промышленная мне. И тут везде плюс один. Но, видимо, надо вот сюда, на эту пустынную клетку. Тут я не хочу убирать. Да, наверное, сюда поставлю.
А, блин, киловики сивания я зачем-то не достроил еще. Кинул союз, поляк. Испанец предложение. Соль могу. Ну-ка, давайте сделаем. Это за счет того, что я союзник Хатусы. Перестану быть союзником. Это все уйдет. Кстати, куда ты летишь? Военных юнитов. Но у меня еще апельсины здесь, да, в Янне. Картография. Я бы, наверное, в Янне хотел бы сделать. Да. А не пора ли тебя останавливать? Так, японец, а может нам и с тобой союз тогда? Давай экономически. Какой хочешь, мне вообще пофигу. Чем вы шлете делегации? Ой, я убил, наверное, твою каравеллу эту, которая тебе мешалась. Сидел, думал, как бы ее отсюда извести. Кинул. А ты вообще, что ли, без морских юнитов сидишь? Ну, они мне мой сломали, поэтому да. Точнее, они в разведку поплыли. И на следующий ход там появилась корова. Блин, ну тут, конечно, надо будет театралку ставить. Ну, не считаю, что город упал. Это все плюс два. Да, правда, точно. Правда, город. Блин, а где тогда? Ну что, тут тогда промышленную сюда? Сделать, видимо. Я этот скажу человеку, который держит. Давайте я театралку так поставлю. Проведи нормализацию, там уровенька. Всего, за что? Первым встречу. Ну, точнее, первым встретил всех. Так, все, я уже союз не могу сюда. Сделаю. Мне не было вообще чего у него там воровать на самом деле. Кто первым встретился? Япония. Ну, вот, ставил бы сюда кампус. Ну, видимо, с тобой одновременно, потому что ты у меня тоже последний был. Я 5 очков получил. Ну почему тебе дали? Выше, в лобби. А-а-а. Так, венгры и китай, я так понимаю. Блин, мне надо тут, наверное, каравеллы вообще на автомат поставить, бо я тут не успеваю. Я пусть уже не знаю, сколько не могу высадиться. Начнем вообще с него. Великое переселение Польши. Как насчет еще увеличить немножко таймер? Динамический. А, это уже динамически стоит, нифига себе. Ухода примерно 10-го динамически стоит. Так, ну тут куча островов на самом деле. Не знаю, что народ их не заселяет. Занзибар. Что? Проведи мобилизацию для Занзибара. Руинку получишь. Блин, Египет, я тут воин. Не криши, не присоедини. Блин, как обидно. Флотоводец на армаду выпал. А воевать не с кем. Все мирные. Сделай прибилд. Оставь его не юзай пока еще.
Так, блин, надо пройти еще банки везде купить за веру. Так, давайте я сделаю первый посол. Мне надо в торговые отправить. Вот, вместо нового, вместо строителей. В Занзибар и в Магадиши. И наемники один ход. Ну, следующим ходом как раз сменю, отлично. Нет, я не здесь хочу. Тут у нас будут районы еще. А, я, по-моему, не могу еще. Да, блин. Ты понял, я так понимаю, мне держать какой-то золотой запас, чтобы на встречу тебе пойти. С какой целью? Ну, опять, тебе понадобятся деньги. Я вот сразу держу золотой запас. Я не думаю, что такая ситуация произойдет в скором будущем. Тогда не буду. Так куда Египет? Так куда? Подожди нас. Все, полетел Египет, да? Соседи у него, похоже, не особо-то нет. Блин, все плохо. Слишком большие цифры у меня. Вы что-то все смотрите подозрительно. Ну так я сам посудить, что нам еще делать. Косятся, косятся, да. Хотя бы у вас ядерных бомб нету. Я полагаю, что в тундре урона будет достаточно. О, кажись, все банки наконец-то купил. Так. Надо теперь будет религию укреплять. Я бы двух апостолов и укрепил религию просто. Кореец, а ты вот наверх в тундру город собираешься ставить или уже нет? Ну блин, ну Лёша, я хотел... Да, собираюсь. Что, что? Окей. Что я ты хотел? Что хотел? Собор Василия Блаженного, я тоже хотел себе взять. Ну, ты слишком долго это делал. Да. Так, да, я точно никуда еще не хочу отправить. Аккад, Наска. Ну, блин, веру будет давать. Блин, Окленд до сих пор не обратился в веру. Озарение для литья, дипломатический квартал. Ладно, давайте в Наску еще отправлю. Кишки караваны плохие ходят. Внутренние. Каперы. Республиканское наследие. Так, давайте здесь миссионера. Пойдем Окленд обращать. Тут высаживаемся, наконец. Ну, видно, убойно зажали между Познан и еще чем-то. Давайте в Занзибар. Плюс к деньгам. Отлично. Так, пока некуда. Египет куда? Леша, это уже этим разведчиком возле Никогамы походил? Он у меня там на автомате, не знаю. Ох. Нет, не походил. Я пока не знаю, что обрабатывать. Просто пропускаю ходы этими рабочими. Торы де Белен, кстати, в столице можно будет сделать. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!